А огонь есть или нет? Я не понимаю, что происходит. Мы не понимаем. Нет, огня А нет. это рыба настоящая, как думаешь? Рыба настоящая. Огромная рыба у нас на стекле. Огромная рыба на стекле настоящая. Тебе другая логика. Смотри, один другого душит. Смотри, смотри, душит. Где? Вижу. Баласти он душит. Разделал его. Он умирает. Он убил его. На, нахуй. Знаешь, что там сверху говорят, типа, вечери говорю, всем? Да, быстрее. ПВП, нахуй, с револьвера. Из дубинки. Уебал. Перейдем, о, я похилю, все нормально, доктор пришел. Ух, ё, там пулевое. Андрюха. Труп, возможно, криминал. 18 секунд, 10 минут. Я их плохо слышу, на самом деле, они очень тихо говорят. Тихо говорят, согласен. Я попытаюсь сделать их громче. Громкость микрофона. А, это моя же, да. Сейчас я разбираться не буду, кто из кого и для чего. Принесите мне, пожалуйста, еще из медбэя с физраструктуры. Опа, я капитан! Я капитан! Ладно, он сам, по идее, заплывет, да? Давай отсюда заберем сразу какие-то инструменты. Я, допустим, маску, морфин и бинт себе возьму. Маску тоже беру. Подводное ружье тут заряженное было, я забрал. Давай, давай. А ты кто? Ты инженер? Механик. Костюм есть еще один. Здесь два скутера, резак, маяк, сонар. Всякая хуйня. Ладно, давай смотреть, где мы... О, слышу! В этой штуке есть... Может, потопим их нахуй? Где мы подплываем? Может, и не потопим? Да нет, этого не стоит. Она даже она на ручном управлении, ровно. Я знаю, она и сама будет плыть. Да мы не грифер, пошли. Ты уверен, что она сама будет? О, нихуя, она, блядь, падала просто все это время. Ебать, ебать. А, она на ручном. Ты можешь разъебать эту хуйню? Я пойду чинить, наверное. Я ее убила. А, она жива. Отходи, 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 отходи. Блядь, блядь. Блядь, готово. Блядь. Ну, хорош, я чиню. Ты меня жрёшь, а прекрати. Так, давай костюм одень. Я перебинтуюсь. Может, на скутерах в костюмах? Там скутер мы, был. Мы не заплывем, мы внутрь хуй заплывем. Давай, давай, давай. Мы попросим их открыть. Я взял сонар. Я резак возьму нахуй, я пропилю. Давай, там это... Уходи, уходи отсюда нахуй. Открывай, а чё не открывается? Не открывается эта хуйня. Ты сверху, по-моему, потому что... Подожди, я скутер не взял. Где тут скутер? Вот, в припасах сразу. Блять, а где припасы? В смысле, каких? Право, слева? А, припасы, понял. В припасах, в смысле, да. Все, у меня кровь идет. Ну, там биты были. Я перебинтовался, еще надо. Ну, давай, помогу. Пакет может есть. А, что? Ебать, нахуй. По-моему, мы не плывем. Закрой дверь, я потерял сознание. Блять, чинить надо было. Anyway, здесь нету ничего. Я тебе не смогу оказать помощь. Как? Клей есть. Клей поможет, думаешь? Конечно, блядь, не гнуть только если. Я морфин уколол, ну я еще жив. Реанимирую, а? Сейчас, я пытаюсь только... залатать. Только ногу мне не сломай. Ну все, я откачал воду. Так, как там? Где? Ой, где? Надо поспамить помощь, а нельзя. Блять, ты слышишь, там, блядь, расследование? Да, да, да. Потом ты умираешь, блядь. Да. Потерялись. Кстати, тоже умирает. Давай я тебя, блядь, твоим же морфином обоёбну. Давай, я не знаю, если я его не ёбну. Хуяр, все, что все медикаменты в меня залей. Мне кажется, это не тебе отклеить, а просто... Вызови этих, скажи, пускай на лодке подплывут. У меня поднимается хп, да? Нет, есть, но это морфин просто. Бинты такой. Есть? Кровь остановить? Нет, я уже тебя дал. Ладно, похуй. Пока умирает, там я попробую. Выйди на связь с этими челиками, может они смогут поплыть. Да хуй там. Нормально, я. Ну просто они, мне кажется, далеко рили. Ну, в смысле, мы на старте. Это очень опасная вода. Бля, я думал, она на автомате уже плывет, а она на ручном была, пиздец. Мне больше ничего не остается. Ты хп поднимаешь мне даже. Ага.
Помогите. Кто мне не похуй, въебань тебя этих стеклей. Да, ебашь все. Там стекло пробили. Ползун ползет. Сзади! Обещаешь. Ну, вижу. Ну, все же никуда не подпишешь, блядь. А тут не доходит до них никак не... Очень опасные воды. Не, доплыть изи. А ты, кстати, живой, смотри. У тебя нету этой хуйни. Я знаю, я еще не умер. Нет, у тебя нет уже повреждений. Почему? Да, кстати, у меня просто кровопотеря. Кровь идет. Кислорода не хватает. Может, костюм с меня снимешь? Интересно. Там огромная рыба еще плавает, на самом деле. Да обиди, блядь. У нас пушки есть. Блядь. Надо было осмотреться. У тебя жизненная активность уменьшается. Бля, был бы пакет. Да. Там инопланетная кровь есть, попробуй ее, блядь. Да нет, ее, она для крафта. Попробуй. Давай. Это, ну, где я стану полуползуном мутантом? Быстрее только, пожалуйста. Блять, не появляется, вот. Не встал? Нет. О, слышь? Что ты делаешь, у меня хп растет. Я въебал тебя в кровь. Еще, давай, лутай с них кровь, заливай меня кровь в рыб. Я жив. Нет? Психоз, у меня психоз, внутренняя травма. Я жив, но у меня психоз. Ебать, ты меня вытащил. Ебать, нахуй, это ты придумал. Откачал чисто кровью, блядь, пришельцев, но мне теперь хуёво. Ладно. Ты залатал лодку, она поплывет? Подожди, нет еще понять. Ну я слышу звук, то что явно не залатал. Ой, блядь, там ползун. Аккуратно, закрывай. Короче, там его и оставим. Похуй. Ой, ебать. Я чиню сейчас двигатель. Давай, я попытаюсь плыть. Тут до лодки всего... Хуй знает, сколько тут нашей лодки. Я не знаю. По-моему, далеко. Они там артефакты прям были. Хуёво то, что у нас это заканчивается. А, 200 метров всего. Кхорс, вон он. 200 метров до нашей лодки. Я сейчас починю. Подожди, просто не делай пока резких движений. Где-то там плывут, да? Я ебать тут ползунов, я ебал просто. По-моему, поплыли. Или что? Что происходит? Не, мы плыть явно не можем. Блять! Ебать, у тебя тоже вот это было? Там все взрывается. Нужен костюм. Там огонь горит. Или у меня психоз? Подожди. У тебя психоз. Там нет огня? Ну, тряхнула нас сейчас конкретно. А огонь есть или нет? Я не понимаю, что происходит. Мы не понимаем. Нет, огня нет. А это рыба настоящая, как думаешь? Рыба настоящая. Огромная рыба у нас на стекле. Огромная рыба на стекле настоящая. Не ремонтирую. Я поплыл, короче, на скутере, мне это единственный способ. Да, думаешь? Да, я не знаю, настоящие ли эти ползуны, я не знаю, что происходит. Я поплыл, короче, на скутере. Короче, сори, я поплыл на скутере, мне... Извини, я тебя продал. Я с тобой. Я сейчас, кстати, умру. Я хп Чего? Теряю. У меня Я лежу снаружи, кровь течет. Бля, ну мне тоже... Турель, может, надо было отстрелять. Хватай мой труп и плыви, давай. Подожди. Да какого хуя? Ты живой? Да, еще, да. Там 200 метров на лодке, но это уже без... Хоть труп довези, я не знаю. Ладно. Только, наверное, блин. Да, блядь. Подожди, Г забрать? Я умру. Я не знаю, если у тебя есть кровь еще какая-то или что-то. Нет, я вот думал, что нет, надо было забрать просто. Куда, я правильно плыву? Да, да, где-то справа. Здесь давление сильное. Попроси их на сценарий посмотреть. Сейчас тоже помру. Меня тоже покусали сейчас. Шпать мы, конечно, да. Нижняя передняя часть ручной за медицинской помощь, блядь. Где-то да. В водах этой хуйни нужна медицинская помощь. Лодка, вон, подна, посмотри, как мы близко были, мы сейчас идем на лодку. Где, сейчас, я еще не отрубился. Сдатель. А, 6 минут уже, ну, мы, скорее всего, уже не... Они поднимаются. Ну, это было круто. Ой. Хотим бы их сейчас... Смотри, этих двух лодкой пришли. Ой, говорит, смотри. Они поднимаются. Они поднимаются, ой, блядь. Мы сейчас выходим. Кстати, я помощник. Я капитан снова. А кто это? А, это еще какой-то человек зашел. Парни, говорит капитан судна. Будьте добры, лодку не двигаться, мы на стыковочку заходим. Возьми лучше ты артефакт. Мы протараним сейчас нахуй, потому что мы подошли уже.
Ну не артефакт надо все, прикинь. Че, сверху попытаемся? Ебать, слышь. Сейчас все может плохо для нас кончиться. Не знаю, да мы можем выплыть. Там Митяй отъехал. Не знаю, смогу ли сейчас... Я сейчас лодку нашу протараню, блядь! Да, нормально. Вроде нормально. О, слышь, не могу закануться. Чему? Сейчас. Еще надо. Не там. Там пушка, пушка не дает. Две чуть-чуть. Сейчас. Парни, верхний порт занят. Забывайте с нижнего, пожалуйста. Мы пытаемся стыкануться. А, заходи, заходи, подожди, я пристыковал. Заходи здесь сверху, аккуратно только. Шлюз, не затопите нас. Да, да, в челнок заходите и сразу вниз проходите, двери не открывайте. Артефакт нашли, красавцы. Давайте сразу с челнока все выносим. Слышь, выносим нахуй чего. А вы маску, костюмы все собрали? Где все? А вот костюм один. Часть собрали. Я что-то люк не закрывается, вода не уходит. А, вот, все нормально. Вода уходит, но очень медленно, это мало. Угу. Может, там надо с челнока еще забрать. Есть кто-нибудь? Сходите, пожалуйста, заберите наверху. На челноке еще предметы есть. Если честно, объективно похуй, потому что... Сейчас месяц закончится. Артефакт, что? Так, где управление? Подожди, я пойду. А, у капитана там и сейф! Посмотри! Лё, ты видел, как этот капитанская? Соберите костюм еще один лишний. Не видел. Че, я лут накидался сейчас? Лё, ты посмотри, у меня есть свой сейф. О май! Вот это я понимаю, капитан. Тут трубка есть, капитан. Ёпты, мать. Федя. Легко пройдешь? Вот это у капитана. Вот это сделано, у меня костюм свой есть. Все, мы готовы к отплытию. Смотри, с трубочкой. Все, тогда погнали. Ебать. Ну тут. А, они там о своем. Ладно, поплыли. Я нас отстыковал, получается, от этого. Угу. От дрона? Ну, по идее, на нас падает. Не да, думаю, слышь, что покинет уровень через 2 минуты. Ну он как висит, он сонару мешает работать. Все, отцепился от нас. Упадет там. Мне кажется, на нас напали эти мелкие кусочки. Нет, нет. Я услышал какие-то звуки. Это челнок. Это челнок, ну он отвалился и по корпусу так прошелся. На сонаре никого не видно. У нас энергии нет, что случилось, парни? Восстановите подачу энергии, мы падаем. Стремительно. Че, работает? Я щиток починил. Восстановите энергоснабжение, пожалуйста. Нет еще? Нет. Рано. Я не знаю, что мне кнопка делает. Не, работает, слышь. Обезвредьте сразу его, балласт нахуй, в наручниках. Нет, за... тем, чтобы он не проснулся, пока вы не забьете. Хорошо, ладно, я пошел управлять лодкой. Капитан, чистый капитан вопрос решает. Но она очень прочная, мы ударились и похуй. Мне кажется, это какая-то четверная лодка немножко. Да не, мы просто не сильно ударились. Мы просто не горбун. Да. 200 метров, да, аванпост.
Этот челик стоит, обкалывает этого. Проверьте, пожалуйста, кто-нибудь на турели на 12 часов. Наверху лодки что-то есть. Труп Митяя? Ладно, тогда ставим. Труп Митяя разрешаю ставить. Все, обезвредили рецидивист. Молодцы. Что? Реактор? Все, мы пристыковались. Ага, хорошая работа, парни. О, мне даже... О, ачивочку дали. За то, что... Синочек, доплыл. Да. Довел челиков. Чтобы не доплыли. Мини позже. Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion? The product of a tortured brain?